Вообще 7 лет не работает. Да там воздух, чего вы боитесь? А вдруг там ямина? Из своего двора жители переулка не выходят, а выезжают. Фигурное катание на своих двоих осваивают вот уже больше месяца. Такой возможности в другой ситуации, может быть, и порадовались. Но каток здесь необычный, с душком. Фекалия полностью. Вот Новый год будем отмечать на них. Благоухающее море, прежде чем замерзнуть, регулярно подпитывается. Все отходы с окрестных домов стекают в септик. Из него тут же и вытекают. Вот через верх или где-то вот в эти вот, может быть, я не знаю. Но через верх течет. Вот я же говорю, вот только выкачал, там буквально как будто ведро всего взято. И что, оно не будет, оно опять к обеду потечет. Я ни за что страдаю, я не пользуюсь ни унитазом, у меня нет ванны, нет туалета. Это уже повторяю. И вот мало того, что этих залило всех соседей, и на мою сторону перешло. Калитка замерзла, я все замерзла. Содержимое колодца заковало весь переулок. И не только. Канализационная река попадает в ручей неподалеку, а потом в Зею. Потопы начались после того, как вакуумная машина стала заезжать реже. Они заключили договор. Минусовали минус понедельник, минус четверг. В эти дни все это бежит сюда, в эти дни полностью. А так, до этого приезжала каждый день машина, откачивал, у нас порядок был. На муниципальном предприятии ГСТК пояснили, вывоз жидких бытовых отходов по договору с ними производят Амурские коммунальные системы. В этом году с ними заключили новый договор, в котором объемы вывоза действительно сократились. То есть, если в прошлом году мы откачку производили ежедневно по 8 кубов, и в случае необходимости мы еще могли докачать там, то в этом году у нас откачка составляет 5 раз в неделю. Когда стало понятно, что этого не хватает, ГСТК обратилась к коммунальщикам с просьбой увеличить число откачек. Но, говорят, им отказали. В АКС пояснили, вывоз производится согласно договору. Сколько нужно вывести отходов, рассчитывают, исходя из числа прописанных в доме человек. В районе Пограничной, по этим расчетам, откачивать септик 5 раз в неделю достаточно. Жителей такой ответ не устраивает. Они обратились в природоохранную прокуратуру. И готовятся материалы для проведения контрольно-надзорных мероприятий на предприятии, осуществляющие обслуживание данных там домов и так далее. То есть процедура начинается. Пока проверка идет, море нечистот пополняется. И к Новому году, по расчетам жителей, оно пожалует и во дворы. Наталья Шепелева, Евгений Налабардин, Альфа-Новости.